Импортозамещение в тепличном овощеводстве. Об этом сейчас в Чебоксарах говорят аграрии со всей страны. В столице Чувашии прошло совещание участников ассоциации «Теплицы России». Россияне едят все больше отечественных овощей. В 2016 году в страну ввезли в половину меньше огурцов и помидоров иностранного производства, чем в предыдущие годы. Таковы данные Федеральной таможенной службы. Поспособствовали этому санкции и политика импортозамещения. Впрочем, только на этом урожая не вырастить. Овощеводство в защищенном грунте – как бег с препятствиями. На пути фермера больше 10 барьеров, отмечает президент Ассоциации «Теплицы России» Аркадий Муравьев. Первое – это доступность к финансовым ресурсам. Вот здесь есть уважаемый представитель, значит, вот Россельхозбанка. Он будет рассказывать, как легко получить деньги. Значит, мы, те, кто деньги получил, знаем, как их получить сложно. Это доступность земельных участков, пригодных для строительства теплиц. Вот у меня складывается такое впечатление со времен Советского Союза, что у нас в стране, кроме косогоров и болот, для строительства теплиц нет. А еще нужен доступ к качественной и чистой воде для поливки, профессиональные кадры, возможность реализовать свою продукцию и еще много того, о чем не задумывается покупатель, желающий приобрести к обеду недорогие отечественные овощи. Впрочем, главное пожелание овощеводов – более прозрачный и удобный механизм господдержки. Такие совещания нужны в том числе, чтобы донести мнение специалистов тепличных хозяйств до ведомств, отвечающих за решение поставленных задач. Ольга Пырочкина, Анастасия Лангина, Игорь Зверев. Республика.